беспредел в психоневрологическом доме-интернате. Видеозапись с таким названием была выложена в социальной сети в начале января текущего года. Анонимный автор видео в описании к нему утверждает, что сотрудники дома-интерната прикарманивали деньги у больных постоянно. Наша телекомпания связалась с директором Буренского психоневрологического дома-интерната Линой Мангуш. Так она прокомментировала содержание видеозаписи. Значит, в магазине они вдруг дают в начале месяца, потом, значит, они собирают, значит, вот эти вот долги от магазина и так далее. В данный момент нету долгов. Нету долгов, потому что они все это, значит, заранее там они вот социальным работникам планируются, и все они там выкупают, значит, что они там хотят. Для разбирательства содержания данного видеоматериала министерством Тувы была создана специальная комиссия, куда вошли и представители общественности. По материалам видеосъемки вот этого ролика, значит, уже началась работа комиссии, куда вошли, значит, общественные организации наших инвалидов, а именно общество, председатель общества глухих, значит, председатель общества инвалидов городского Алена Дондороловна, а также представитель, значит, аппарата уполномоченного по правам человека. И, значит, соответственно, должностные лица Министерства труда. Вот. Значит, по данному делу идет проверка от УБЭП. Как пояснила Людмила Тасол, о результатах данной проверки станет известно уже на этой неделе.